Сначала кусочек хлебушка, огурец и помидор. Теперь еще два блюда. Уссурийскому полицейскому, которому не понравилось меню Восточно-экономического форума, предложили выбрать одно из двух – заявление или статью. Оба этих блюда были состряпаны начальством. Просто накидали. Меня просто отвезли в отдел ОСБ, и там сказали, либо увольняйся сам по собственному желанию, либо мы найдем основания и предлоги, чтобы уволить тебя по статье. То есть вот выбор был невелик. Полицейский выбрал первое, речь не про блюдо, и уволился по собственному желанию. По его словам, это оказалось ценой за желание рассказать соотечественникам правду о скудном питании и страже порядка. Часам к 9 мы пожрем. Люди едят икру красную, да, там еще это афишируется и фотографируется, и все эти шведские столы и тому подобное, все это предоставляется для, просто для, скажем так, гостей саммита, форума, да, этого. А сотрудники, которые обеспечивают это вот правопорядок и охрану непосредственно на этих участках, в пресс-центре, на этих объектах, они вот так вот все кормятся. Полицейского возмутила разница меню для гостей и персонала. Политиков кормили разносолами дальневосточной кухни. Тех, кто охраняет порядок, почивали хлебом с солью. Это не фигура речь, в прямом смысле. Да и за такой скупой кусок еще и побороться пришлось. Полицейские говорят, чтобы поужинать вовремя, очередь надо было с обеда занимать. И понятное дело, ложка к обеду хороша, если обед есть. Взрослым мужчинам положили только два вида овощей, яйцо и такая расплющенная булочка, там была сок и паштет. В контейнер почему-то поместили еще и ложку. Но положить на нее здесь действительно было нечего. Приятного аппетита, господа полицейские. Приехали на форум на остров Русский. Вот мы на обед пришли в 12 дня. Сейчас вот сколько? 7? 19 часов. До сих пор стоим в очереди, даже не сдвинулись нифига. Вот так вот ездит на саммит. Это, короче, ну вот, чтобы поужинать, надо занять очередь, ну, где-то в обед. Ебать, да яйцо ебать! У меня есть ложка. Ложка, только не знаю, что эта ложка есть вообще, просто хлеб, наверное. Огурец. Огурец. Вы представляете, да, офицеру полиции на саммите на острове Русском в 2016 году за место обеда вот такую дают. Вот так вот тут просто накидали, как псине. Я не знаю, вот есть такое. Я просто сам собачник и кошатник. У меня у кошек 100 грамм корма стоит дороже, чем вот эта вот вся хуйня. Вот серьезно. По словам разоблачителя, за скандал с пайком были уволены 8 его коллег. Это единственное, о чем он жалеет. Сергей предполагает, что в МВД на питание сэкономили, а оставшиеся деньги попросту положили к себе в карман. Вот так вот, понимаете?